На Олимпиаде в Сочи в феврале будущего года наша область будет представлять танцевальный ансамбль «Улыбка». Волгоградский коллектив уже подготовил программу, в которой вошли танцы народов мира, а также специальный спортивный номер. Поддержать танцоров перед столь ответственным выступлением пришла олимпийская чемпионка Елена Симбаева. Вместе с ней концерт «Улыбки» смотрела и наш корреспондент Екатерина Караваева. Русские народные плясовые, национальные танцы разных стран, спортивные движения. Талант участников ансамбля «Улыбка» можно назвать безграничным. Наша программа вообще отличается тем, что мы танцуем и русскую программу. Даже если казачьи танцы, но мы сегодня это не представляем. Танцы народов мира и современная хореография. Вот это все и будет. Ансамбль «Улыбка» будет представлять Волгоградскую область на Олимпийских играх в Сочи. Сейчас идет так называемая обкатка программы. На юг России отправятся 55 танцоров в возрасте от 14 до 30 лет. Мы все переживаем, мы очень сильно стараемся. Каждый день почти у нас репетиции. Мы должны очень хорошо постараться вот сейчас на концерте, чтобы мы поехали на Олимпиаду и там тоже хорошо выступили. Отчетный концерт ансамбля «Улыбка» посетила знаменитая на весь мир легкоатлетка Елена Исинбаева. Как известно, она выбрана мэром прибрежной олимпийской деревни в Сочи. Очень приятно, я была поражена и приятно, мне было очень приятно, что наш регион еще славится такой таким замечательным ансамблем, как «Улыбка». Столько много детей, они все такие интересные, солнечные, красиво очень танцуют, красивые наряды. Я безумно рада, что они будут в Сочи. И о нас еще узнают не потому, что там только спортсмены, но потому, что тоже замечательные детки, которые танцуют. Помимо своей традиционной программы, участники «Улыбки» подготовили специальный спортивный номер, который станет кульминацией их выступления в Сочи. Екатерина Караваева, Андрей Гапчук, телекомпания «Ахтуба».